Купить породистое животное без паспортов и генетических анализов, а затем в погоне за наживой свести его по объявлению. Жертв вот таких разведенцев немало и среди собак, и среди кошек. В том числе от любителей халявы пострадала и веслоухая Юки. Полгода назад кошка попала к волонтерам Мурдома, больная и изнеможденная. Это очень распространенное заболевание у Юки, связанное с суставами. Вот эти вот наросты, как можно заметить, это значительно осложняет ей жизнь. Это больно. Мы даем ей витамины, чтобы как-то это облегчить, но, к сожалению, это неизлечимо. Остеохондродисплазия шотландских веслоухих кошек – самое частое заболевание среди этих пород. Ген, отвечающий за мутацию ушей, распространяется не только на ушные раковины. Он затрагивает все суставы в организме. Тяжелые пороки возникают из-за неправильно подобранных племенных особей, несущих в себе наибольшее количество мутированных генов. А потом котят от этих животных продают по 3-5 тысяч через интернет. Как бы, если вы хотите здоровое животное, породистое, то это только в питомник, только к профессиональным заводчикам. Там делаются генетические экспертизы, которые, по большей части, все вот эти вот мутации исключают. То есть это будет здоровое, полноценное животное, никаких проблем в будущем не будет. А у людей, которые занимаются этим дома, ну, как бы гарантии никто никакой не дает. Боль и дискомфорт – постоянные спутники жизни Юки, и лучше ей уже не будет. Но, несмотря на все невзгоды, она очень ласковая и общительная. Хотя иногда может проявить характер и дать понять, что хочет побыть одна. Юке очень нужна любящая семья, способная скрасить ее жизнь. По всем вопросам обращайтесь к волонтерам Мурдома по телефону +7 908 762 09 51.